Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мультиля, сегодня мы поиграем в игру Геометрия Дэш Ворлд. Как вы видите, креатор тут недоступен. Версус. Фил Версус 2.2. То есть тут будет обновление 2.2, наверное. Кстати, вы знали вот такую вот секретку? Это скинс. Он вам скин даст, смотри. Вот просто сами смотрите, он вот промолчал, и вам дают скин. Я, конечно, играю вот с таким. Кто из нас сюда добавили свинкоптер? Значит, он тут обязательно будет. Конечно же, мы с вами поиграем. Так, давайте заберем, наверное, вот это вот. Ой, я как прям, знаете, вот как тысячи лет не играл в этого ворлд. Да просто очень давно, ребят, реально вот не играл. Давайте начнем. Да, третий мир, так я понимаю, не добавили. А, кстати, можно сделать вот так. Есть. Мы будем с вами потом проходить. Геометрия Дэш Медмунд и геометрия Дэш Сабзира. Мы проходим все части геометрии Дэш Ворлд. Напоминаю, что не только одна у меня должна быть. Давайте начнем. Ой, вот этот вот уровень вспомнил он. Раньше был, хотя на самом деле и раньше, что сейчас. Он не особо-то сложный, ребят. Не очень, скажу вам так. Но сегодня мы уровня 3 точно обязаны пройти. Потому что у меня памяти, видишь ли, недостаточно. Ну, с первой попытки, чё. Нам дают свет. Ну, практик мод, ребят, наверное, мы не будем проходить это, когда пройдем все уровни в этой игре. Я не хочу замедливаться с вами. Чупа-ч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 упа, да? Я специально буду иногда молчать, чтобы вы могли музон послушать. Да блин, я слился. Я затупил, короче. Я просто сам заслушался и затупил. Я так-то могу этот уровень с первой попытки пройти. Кстати, напишите, сделать ли мне такие видео, там, где все треки из этого, из уровней геометрии Дэш Ворлд, то есть World. Вот напишите мне в комментариях про это. Сделают ли мне такое? Кстати, я ваших комментов давно не видел. Мне же приятно почитать. Это нечестно было. Я сразу вам говорю, я там вообще не прыгаю сейчас. Он там лагать начал. Видели, да? Сам не подпрыгнул. Он там не сам не подпрыгнул. Вот мы, ребят, прошли с вами. Кстати, на, напишите. Это, сделать так, чтобы вы могли послушать песню, что за тупая реклама. Давайте и нет лучше отрублю, я не хочу, чтобы какое-то говно мне лезло. Всякое. Вот, ребят, напишите мне в комментариях, сделать ли мне. Здравствуйте, смотрите. Тут-то дофига скинов можно открыть. Вот сделать ли мне все саундтреки вот эти вот из этих всех уровней, когда мы всю пройдем. Сделать ли мне саундтреки из всех уровней. Игра, конечно, ребят, не такая большая. Но мы же на практику над ее в конце походим. Сегодня мы весь мир один пройдем. А пока послушайте песню. Я выйду позже с вами на связь. Мы это прошли до конца и этот уровень, ребятки. Какие-то уровни простые, так что мы сегодня проходим всю локацию. Кстати, напишите, ребят, какие видео вам нравятся больше на моем канале. Ой, моя любимая песня. Ребят, напишите, какие видео вам больше нравятся на моем канале. Вот это хочу знать. Если честно, мне любые. Мне любые на моем канале нравятся.
Ну чё, ребят, сейчас будет последний уровень. Ну и два уровня на практике. О, вот это самый бесячий здесь. Да, короче, ребят, вот напишите мне в комментариях. А вопрос, а что мне делать в Ютубе? Вот просто. Мне кажется, вот, меня просто вот уже никто не смотрит. Мне интересен стал мой канал. Не знаю, почему я так считаю, но я ни в ваших комментах, ничего из этого уже не вижу. Ну что ж, ребята, если вам понравился такой маленький, но интересный видео, интересный видосик, мы пошли с вами... А, ну мы проходим два уровня на практике. Это первый и второй. Видите, я вам даже вот уделил два практик мод, чтобы мы пошли их на практике. Завтра, наверное, сегодня... И да, сорян, что я так видео долго делаю, потому что... Я уже сам не хочу почему-то делать видео. Раньше вот... Вот вы просто сейчас узнаете. Раньше вот мне было прям вот выкладывать видео каждый день хотелось. Сейчас-то мне не каждый день не хочется выкладывать. Чё за фигня-то? Задрали с этими рекламами уже. Нафиг! Да сейчас какую-то фигню опять покажут нафиг. Задрали эти тупейшие. Короче, ребят, я перезашел в игру, это невозможно. Там дебильная реклама была. Чем мы хоть прошли? Да, мы прошли на практику. Вот. Давайте второй. Ребята, вот вы напишите мне в комментариях, вот, а что мне делать в Ютубе уже? Да. И что это сейчас было? Ну и вот, напишите, что мне делать вообще в Ютубе. Да это нечестно, он сам там не прыгает. Ну и вот, короче. Вот, напишите, что мне делать в Ютубе. Просто Саб-Зиро-то и Медвонд мы обязательно, надеюсь, что мы пройдем Медвонд без всяких вот этих вот. Мы проходим, кстати, Медвонд еще и на 3 монеты. Да, мы все игры на 3 монеты будем проходить. Но вот это смысл, тут нет монет. Сбрасывать простую ГД я не хочу, потому что я там долго играл. Ну что ж, ребят, если вам понравился такой маленький, но интересный ролик с новой игрушкой, то давайте наберем на этом. Что ж, а с вами был я, Мультилер. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте наберем на моем там видео много-много лайков. Всем удачи и всем пока-пока и до скорых встреч.